Ну, дело в том, что если, наверное, нет каких-то лидерских качеств в жизни, то никогда не станешь солистом балета. Вот. И, конечно, то, что я пришел в балет маленьким мальчиком, ну, как так же, как и все, и невольно мои способности меня поставили уже выше, чем мои одноклассники. Я уже был с детства солистом. В балетном классе есть как бы иерархия. Такая центральная палка, и кто стоит в центре. Так вот, я 8 лет простоял в центре этой палки, так что и мое как бы положение было незыблемо. Все остальные куда-то передвигали, кто-то становился хуже, кто-то лучше. А я вот как с первого дня там встал, так вот я все 8 лет простоял. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Очень нравится. И я верю в то, что не просто так я стал артистом балета. Потому что слишком много, ну, пришлось преодолевать. Самое главное еще не захалтуриться. Вот если мне это удастся, если мне удастся так же честно служить вот искусству, как вот пока я это делал, и еще как бы увидел, то может быть чего-нибудь я добьюсь. Вот есть как бы в балете такая вещь, что ничему научить нельзя. Ну вот не в смысле того, как делать движение. Можно научить движение делать лучше, хуже, да? А вот научить выйти и уйти, этому нельзя. Вот это дается от природы. Если это дано, то это солист. Когда вот мой педагог Пестов приходил в зал, вот к маленьким детям, к нам еще, он сразу говорил, кто будет, кто не будет. Потому что то, как ребенок просто становился вот к станку, брал палку и становился в позицию, вот это уже определяло его место в жизни, в иерархии балетной. Сегодня даже пытались. А почему маленький зал пытались? Все-таки мне повезло очень в жизни. Повезло с тем, что на своем творческом пути я всегда общался только с гениальными педагогами. У меня не было ни одного, как сказать, не просто посредственного человека, а даже, ну, как бы простого артиста. Первый человек, который меня в Тбилиси как-то оценил, был Вахтанг Михайлович Абукьяни. Далее, когда приехал уже в Москву, я попал в класс Пестова. Это был один из самых знаменитых педагогов в России. Придя в театр, я попал в класс к Семеновой, работал с Николаем Симачевым. Поработав еще немножко, со мной стала репетировать Галина Сергеевна Уланова. Потом мне в жизни еще довелось работать и с Васильевым, и с Максимовой. Я танцевал с Павловой и Семенякой. Люди, которые, знаете, на которых я смотрел когда-то по телевизору или читал в книжках. Сейчас я работаю с Фадеичевым. Она больше поднимает, но медленно идет, да? Да. Но просто так, получается, что это вот так, может, а это вот так? Давал туда.
вот понимаете, вот после таких имен, когда ты имел счастье общаться с ними, каждый выход на сцену, он становился не просто каким-то праздником, счастьем, а еще и безумной ответственностью. Ментальность человека зависит от той среды, в которой он рос. У меня очень была жесткая среда в этом плане. Мне мама и няня очень сильно ругали за каждую оплошность. Я учился в школе, я не знал, что такое слово «четыре». Моя мама не понимала оценку «четыре». Она говорила, что это унижение. Потом такая вещь, что даже когда я был совсем ребенком, если я играл, я не имел права взять другую игрушку, не закончив там. Если я рисовал, мне надо было дорисовать и отложить. А вот чтобы так просто вот бросить и побежать играть в паровозик, нет. Я должен был дорисовать, все сложить, все убрать, помыть, а потом идти в паровозик играть. И меня очень сильно вот за это ругали. Наказывали. Били? Били, да. Меня часто били. В основном за язык. Острый язык? Да. Я всегда любил правду матку сразу сказать. И за это меня очень сильно ругали. Это пушкинское знаменитое. Умейте властвовать собой. Вот мама все время за мной ходила и говорила, умейте властвовать собой. Тебе должно быть это написано на лбу. Ты все время должен это читать. И я очень верю в то, что среда формирует человека, среда, в которой он вырос, семья, из которой он вышел. Недаром существует такой термин, что что с этого человека взять? У него была плохая детская. Он вышел из плохой детской. Мне повезло, я вышел из очень хорошей детской. У меня она была окружена не только любовью, но и меня пытались вложить много людей. Я видел много гениальных людей грузинской культуры. Конечно, это отложило отпечаток. То, что я маленьким слышал их разговор, о чем они говорили, как они говорили. Это был контингент людей, который мог говорить на грузинском, спокойно переходя на русский, цитируя что-то на французском, зачитывая на немецком или на итальянском. Это не были ординарные люди. Я поздний ребенок у мамы. Мама меня родила в 43 года. И когда я родился, не было никого, ни дедушек, ни бабушек уже, естественно. И меня воспитывала няня. Няня пришла к нам домой 13 января. Я родился 31 декабря, она пришла 13 января. И первое, когда она открыла пеленки, посмотрев на ребенка, который лежал перед ней, она сказала, будет балерином. Сначала все смеялись, потом я как-то смеялся. Я говорю, да нет, бабуля, ну куда, зачем? Никого не было в балете. Но она как-то была уверена, что я буду артистом, что я пойду в балет. Ну вот, когда поступил в хореографическое училище московское, мы с мамой сюда переехали. Сначала мы жили вдвоем здесь, потом я остался один. Не знаю, мне здесь хорошо, потому что я всегда чувствую присутствие мамы здесь. Мне очень родная эта комната. Ну вот, я всегда хотел иметь какое-нибудь животное. И так вот получилось, что в этом году так я в коммуналке был. Мне вот есть кому следить за котенком, потому что я все время часто бываю на работе, вот мы взяли котенка. Теперь у меня есть, как сказать, живая игрушка. Вот. А дома там, не знаю, я очень люблю находиться дома. И мне всегда, когда я уезжаю, все время хочется домой. Но несмотря на то, что мой главный дом все-таки это большой театр. И
А сюда я прихожу в основном, когда работаю, только спать. Ну, меня всегда сюда тянет. Здесь как-то очень уютно и очень тепло. Наверное, потому что мы жили здесь с мамой, какая-то ее аура здесь осталась еще. Вот. Не знаю, я пытаюсь сохранить ее теплоту и какой-то. Я не знаю, я всегда чувствую ее присутствие именно здесь. Цискари в грузинском языке обозначает две вещи. Если это произносится утром, то это означает зарю. Цискари — это заря на грузинском. А вечером это, как бы, стыдно мне это произносить, это первая звезда. Цискари — это первая звезда. Все остальные звезды, они уже называются по-другому, варсклави. А вот именно первая, которая появляется на небе, она означает вот первую звезду цискари. Начинаем церемонию вручения национальной театральной премии «Золотая маска». В номинации «Лучшая мужская роль в балете» присуждается Николаю Цискаридзе. Не могу сказать, что я собой горжусь. Я горжусь мамой. Вернее, не мамой, а за маму. Потому что ни мама, ни моя няня... Они не увидели меня на сцене. Я представляю, как бы они были бы рады. Вот, как бы они были бы счастливы. Вот это я просто... Когда первый раз она увидела в программке Большого театра фамилию, мама тоже была Цискаридзе, она была так счастлива, она так плакала. Вот я безумно горжусь, что я грузин, и я в балете. Потому что до меня было только два мужчины в балете, грузины.
И они были не просто мирово известные люди, они были революционерами в балете 20 века. Первый – Вахтанг Чабукьяни, которому весь мир обязан тем, что мужчины танцуют в балете. Он первый, который это вот сделал. Второй – это Джордж Баланчин, по-простому Георгий Мелитонович Баланчевадзе, который не просто основал там Нью-Йорк-Сити-Балли, он создал целое направление в балете, как бы бессюжетный балет, неоклассика, то, что называется. Вот. И, конечно, с одной стороны, мне очень почетно, что я грузин, и вот я иду вслед за этими именами, да? С другой стороны, это очень, конечно, обязывает. Театр стал родным домом. И так получается, что я домой прихожу только ночевать, а живу-то я здесь, и здесь проходит целый день жизни. Когда мне бывает иногда нехорошо на душе от того, что, знаете, репетиция прошла неудачно или что-то случилось нехорошее, я всегда прихожу либо на сцену, когда там никого нет, либо в зрительный зал, когда там пусто. Потому что то состояние, которое вот, очищение, которое вот получаешь, это ни с чем не сравнимо. Я очень верю в то, что на сцене живут души ушедших актеров. Такое количество здесь пело, танцевало, играло гениальных людей, и, к сожалению, многие из них ушли. Я все-таки верю, что все их души, они здесь живут. Мне всегда так хочется все, чтобы просто решилось, но приходится бороться. Наверное, нет. Но, знаете, я бык, козерог, у меня получается три рога. Один длинный, такой витиеватый, но я упрусь и вот иду.
Мечтаю. Ой, я сейчас буду нескромным. Когда я был маленький, я всегда мечтал, чтобы у меня был остров. В море, в теплом. Чтобы вокруг было много моря, чтобы можно было прийти на пляж, и чтобы тебя никто не трогал. Сидеть, читать, плавать, загорать. Вот. А сейчас, как бы, когда я уже вырос, я все-таки такой земной человек, я понимаю все. Я мечтаю, чтобы вот как бы то дело, которому я служу, оно приносило бы людям радость и дальше, и как бы, что этого не было просто оценено, типа вот награды, там вот это все как бы земной мелочностью, да? А чтобы вот я мог бы заражать людей вокруг меня, наверное, в дальнейшем младших меня, чтобы вот это передать. Вот так же, как мне старались передать мои педагоги. И я это старался очень взять, и бережно пытаюсь сохранить все, что они мне передали. Вот, чтобы вот было побольше таких людей, которые как бы вот любили бы искусство беззаветно, невзирая на то, на премии, деньги там. Потому что истинное, конечно, искусство, оно не покупает. Но об этом только мечтают. Очень земной человек. Я материалист. Я очень трезво всегда пытаюсь взглянуть на ситуацию. Сначала ее оценю. Много раз, наверное. Очень... Вот потому я как-то спокойно об этом говорю. Но очень многие люди как бы мне все время говорят, что вот самое страшное, если у тебя появится звездная болезнь, там еще тогда. Вы понимаете, в чем дело? Я уверен больше в том, что у меня не может этого появиться, потому что я все время пытаюсь себе что-то найти плохое, не потому что я такой хороший, а просто вот я вот смотрю даже записи свои, я только одни недостатки вижу. И меня порой мои знакомые успокаивают, говорят, ты что ты, ну так было все хорошо, а ты опять, мол, недоволен. Не знаю. Не потому, что я притворяюсь, или... не знаю, я пытаюсь быть честным. Я считаю, что сказать, что человек состоялся, можно тогда, когда о нем помнят. Вот если мне удастся добиться того, что после того, как я уйду со сцены, меня вспомнят, наверное, тогда можно сказать, что человек. А так нет.